Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы продолжаем играть в Френь, и этот кот постоянно лежит у ног, заколебал уже. Короче, сегодня мы будем, похоже, химичить и получать всякие невероятные вещи из всяких других менее невероятных вещей. Значит, вид в реальности, просто ягодка, вид в ультрареальности, горячая ягодка, супер. Оу. Микроэлементы в огонь ягодах ускоряют машины и дадут долгую жизнь ее функциональному двигателю. Огонь ягоды. Афуга Мерзенис. АФМ. Значит так. Во-первых, вот у нас есть АФМ, вот у нас есть АФМ. Нам Итвард, который скелет. Кстати говоря, насчет голоса скелета, я оставлю его как был раньше, потому что народ сказал, что он им понравился. Вот. Нам Итвард сказал, типа, бро, френ, будь добра и сделай все так, чтобы, короче, корабль мог двигаться нормально. Там топливо замутить, все дела. И теперь мы этим займемся в сегодняшней серии. Мы будем мутить топливо. Давай сначала соберем все, что можно. Я больше ничего у себя в комнате не вижу. Нет, тут много вещей, но сейчас. Я сначала хочу посмотреть, все ли я собрал вещи, потому что, судя по всему, нам вот этих вот штук понадобится много, да? Потому что две маловато. Ну да ладно, давай рассмотрим. А, не, подожди, подожди, давай включим ее с табли... Тычками. Привет, кто ты такая? Секунды, минуты, часы. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла уделить себе немного любви. Да, себе любовь уделять хорошо. Значит, тут у нас еще одна какая-то шняга и глаз. Могу глаз, не могу глаз. А это тоже не могу. Ну ладно. О, еще какая-то фигурина. Хватай, молодчина. Ну, девушка, пока, было приятно с вами повидаться. Что это такое? Что она здесь делает? Кто это такая? Ладно, надеюсь, объяснят. Хотя нет, на самом деле не объяснят. Помнишь, мы когда были у близняшек, там тоже была какая-то девочка на пристани, стояла, что-то рассказывала нам, и мы так и не узнали, что это такое. Значит, ладно, у нас здесь большое количество элементов, и здесь... Да, и здесь между ними соединение. То есть мне нужно эти трубочки вставлять в эти стаканчики, чтобы соединить. Ага, я запомнил. Хорошо. Значит, отсюда у нас нет никакой трубки. Ты. Супер. Теперь у нас нет никакой трубки. Нет. Вообще, трубка, ее надо, наверное, пихнуть сюда. Beautiful. Теперь я помню, что АФМ, то есть ягоды, нужно класть сюда. А дальше что? А18, 2ПФ, Р15, Н166. А это где? А это где все? Вот. Да, Н166. Все, я понял. Сюда. Сюда. Ладно, будем считаться, что она залилась. Я забыл опять. 166, Р15, 2ПФ, А18. А18, 2ПФ. А18, 2ПФ. Я пока остановлюсь на этом. А18. Сюда. 2ПФ сюдыть. Супер. Супер-пупер. И R15. Финальный такой, знаешь, чтобы для красоты финальный ингредиент. Все. Что? Я думаю, это нужно включить, чтобы заработало. Ты чертовски умна, френ. А горелки мы как включаем? Горелки мы включаем, разумеется, спичками. Супер. Теперь. Вся эта конструкция вроде бы должна уже работать. Я вроде бы все, что нужно, сделал. Или нет? Может, здесь? Давай посмотрим. А, ух ты! Какой огромный волчок! Полагаю, это может быть двигатель. Мне нравится его дизайн, очень понятный. Я бы не сказал. Ага, компас идет руками. Кругами, вверх тамашками и что-то там еще. Нет, нет. Ладно, последняя вещь, которую мы не трогали, это вот это. Да-да-да-да-да-да-да, все верно. Видишь, здесь какая-то труба, и, видимо, труба пойдет сюда, и здесь будет вода. Да, вот сюда вот будет вливаться вода, то есть нам нужно сюда врубить воду или что-то такое. Ну что, тут трубы, да? Ну, по трубам обычно идет вода. Ладушки. Похоже на, типа, печь. Во-первых, кажется, шланг поврежден. Ну, наверное, ее надо залепить. Супер. Теперь. Что это такое? Пусть будет так. Похоже, будто это, типа, включено, наверное, так. Это не работает. Ладно, что мы можем положить в печь? Что насчет... Нет, не тебя. Что это вообще такое? А, да, это книжка, которую я прочитал. Кстати говоря, некоторые там говорили, что я книжку в прошлый раз закрыл лицом.
Вот, надеюсь, теперь я не закрою его лицом. Я не знаю, если я снова закрыл, извините. Но если я вдруг не закрыл, вы можете посмотреть, останавливая видео. Теперь, что мы можем еще туда кинуть? Ну, давай тоже спички попробуем. Попробую что-то хорошо, но сейчас от этого никакой пользы. Нет, это я не буду кидать. Воду? Да! Воду! Я не знаю, как это работает, но... Окей, вода пойдет. Теперь... Ага. Зажечь? Теперь зажечь это надо. 5 минут! Уже решил головоломку. Оу, щит. Я могу зажечь огонь, из труб не идет газ. Ага, то есть... Все, я понял, это нужно включить газ. Зажечь... А-а-а! Я понял, мы зажигаем и типа мы подогреваем воду. И теперь у нас что-нибудь здесь изменилось? Нет, вот это все еще не зеленое. Что у тебя внутри, бутылочка? Тоже нужно что-то сюда вылить? Чего мне нужно сделать? Давай посмотрим. Микроэлементы, значит, горит сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. О, какая-то хреновина. Что это такое? И все это в какую-то... А! Вот! Вот же оно! Все! Отлично! Готово! Фрэмбоум супермастер химии! Я могу теперь это за... А, все! Типа двигатели заработал, да? Привет! Фрэн, я наконец смог починить автопилот! Тебе нужна помощь! Думаю, у меня все получилось! Я сделал все, что вы от меня просили! Очень хорошо, Фрэн! Похоже, все прекрасно работает! Да, все выглядит очень хорошо! Что нам теперь делать, сэр? А, что ж, я хотел узнать, боишься ли ты кроликов, Фрэн? Я очень боюсь кроликов. В одной из комнат есть маленький кролик, и я очень боюсь его. Ты можешь мне помочь мне избавиться от него? Кроликов? Думаю, это зависит от кролика, сэр. Если он здоровый и страшный, то он может меня убить. Учитывая все, что я видел, я не могу представить себе лишь один вид кролика. Это шоколадный кролик? Или рогатый с глазами убийцы? Тебе нужно увидеть это самой. У этого розовый нос и синие ботинки. Очень страшный кролик. Он просто сидит там, не моргает, не шевелится и постоянно пялится на тебя. Звучит очень страшно, сэр. Покажите мне его, иначе я никогда не узнаю. Ты очень храбрая, дорогая. Иди за мной. Ладно. А девочка это все еще тут? Пока, странная девочка. Надеюсь, это все будет нормально. Окей, пойдем. Эдвард, я тебе все еще не доверяю. Давай поаккуратнее. Если ты меня подставишь, скотина, я тебе ж глаза на жопу натяну. Что у нас здесь? Привет. А что вы? Почему она улыбается? Почему она такая радостная? Чего такая радостная? Вы здесь, чтобы убить Эдварда? Эй, почему вы не хотите поговорить со мной? Я очень сожалею о том, что сделала. Надеюсь, вы простите меня. А что они здесь делают? И почему она такая довольная? Ладно, потом разберемся. Вот, видишь, он просто сидит там. Разве это не странное поведение? Ох, эти кролики, они меня всегда пугают. Возможно, кролик напуган, поэтому не шевелится? Не могла бы ты наладить с ним контакт, Фрэн? Я не осмелюсь его трогать. Хорошо, сэр. Я возьму кролика и покажу вам, что здесь нечего бояться. Спасибо, Фрэн. Ты очень храбрая девочка. Я надеюсь, он тебя не убьет. Мне не нравится, что он там стоит и не подходит ко мне. И, по-моему, у него... Не, показалось. Мне показалось, что у него 6 пальцев. Эдвард, не смей меня подставлять, хорошо? Видите? Это просто пушистый кролик. Здесь нечего бояться. Ты права, Фрэн. Здесь нечего бояться. Эй! Ах ты кусок! Что? Не уходите, мистер Пол, ну что-то не смешно. Я вот так и знал! Я так и знал, что это... Что меня подставит? Ну ладно, привет, кроль, теперь мы с тобой тут одни. Давай хоть пообщаемся. О, почему ты испугал Эдварда? Он очень напуган. В любом случае, ты очень милый. Да. Так. Один. Два. Давай попробуем сразу пройтись по этим надписям, что они нам дают. Один, Эна. А, это, походу, нас учат... Два, Дэлс. Да, это нас учат алфавиту этого мира, или что-то такое. Это могу забрать? Могу забрать, гаечный ключ! А может пригодится? Конечно. Карандаш? Карандаш, он мне не нужен. Что ж, а гаечный ключ тебе точно нужен. Эдвард сделал бумажный кораблик. Какой молодец. И меня тут подставил, говнюк.
Зеленые листья. Возьми морковку. Отлично. Вкусная морковь. Эй, кролик, кролик. Хочешь морковку? Хочешь? Даже если сработает, я не знаю для чего. Ну, ты покормила его. Так. Давай попробуем, что у нас делают кнопочки. Кнопочка раз. Эй! Только зачем мне это? Что это? Батарейка с полным зарядом. Нафига мне батарейка полного заряда? Не поворачивается, что мне делать? Это что? Понятно, мне надо туда. И вот эту хрень... Да, то есть я нажимаю вот эту кнопку, вот эта фигулина нажимает то, что перед ней. Значит, все, что мне нужно сделать, это опустить вот этого дроида вниз, и он будет повиноваться мне. И нажмет на эту кнопочку. Так, план ясен. Теперь, что именно может его двигать? Ну, единственный вариант, это вот эта штука. Давай попробуем ее гаечным ключом бахнуть. Я достаточно умна, чтобы найти другое решение, как мне кажется. Ты себя переоцениваешь, Фран. Похоже, машина нуждается в энергии, чтобы проснуться. Ага, у меня есть батарейка, у меня есть гаечный ключ, чтобы сорвать эти болты. Окей, это очень странный способ. Срубать все эти болты. А может, я могу зажимать? А, да, я могу зажимать! Так, у нас тут материнская плата какая-то. Или процессор, или... Соединенные с друг с другом кабели. Ну или так, да. Или соединенные с друг с другом кабели. Ну вот, батарейка на месте. Да, сработала. Ага, вентиляторы крутятся, все отлично, и что это мне дает? Смотри, даже здесь вентилятор крутится. Вот это проработочка. Теперь... Ну, единственный вариант, который может дать это... Да! А, подожди, я не проверил, что мне дает... Таблетка. Куча глаз и ты. Какого хрена? Давай пробую тебе дать. На, кушай. Морковка для большого-пребольшого кролика-робота. Так, он и ест. В это время я могу посмотреть на вот эту надпись и, похоже, все, да? Ясно. То есть ничего полезного мне, в принципе, не дает. Ладно, ты знаешь, я не хочу знать. О, привет, мама, папа, как дела? Ну, давай поговорим. Это ж явно не они, это какая-то кидалова. Вы ли это? Или они? Их убьют. Что это такое? Чайник с трубой. Поливающий все. Супер. А! Ага. Ага. То есть мне нужен код. Код. А нафиг-то... А где мне взять код? 2, 5. Может, это как-то связано с этими листиками? Просто я больше вариантов не вижу. Единственный вариант... Ну ладно, давай посмотрим здесь. Вот, видишь? Типа... Глаз, то есть посмотри, и стрелочка вверх. Да, и вот глаз, типа тоже посмотри здесь и здесь. И вот, мы видим, здесь у нас одна бумажка, здесь у нас другая бумажка. Что здесь написано? НВ9 влево. Я понял, у нас же там шифровальная машина. То есть нам нужно крутить в одну сторону, в другую сторону. То есть здесь у нас есть код, который мы можем прокрутить. И таким макаром мы поймем, что куда. А для этого нам, полагаю, нужно по этим номеркам пройтись и запомнить все вот это. Первый, второй, третий, понятно. Значит, 8 вправо. Ага. Отлично. Теперь где у нас второй? Вот этот второй. А здесь кроль. Все понятно. Бери морковку. Супер, молодец, Фрэн. Теперь давай морковку этому ушлепку. Кушай ушлепок. Пожалуйста, приятного аппетита. Молодец. 5 шненг. 5 шненг. Отлично. 5 шненгов. Звучит как какая-то валюта. Здесь у нас 3, потом 4 там и 5 там. Что у нас насчет 3? 8 сюда. Вы думали, вы меня набираете таким слабым шифром? Кто бы вы ни были, вы очень глупы, если думали, что вы меня им набираете. 6 вправо. Си. Си. Просто си. А, ну типа, наверное, от сикс. И последняя, 5. 9 НВ. НВ. Отлично. Все, теперь выезжаем наверх.
и к шифровальной машине. Ну или как она называется. Мне интересно, как они стоят? То есть, ну как бы тело упало, как стоят ноги? Впрочем, ладно. Почему я никак не отношусь к этому? Почему я никаких эмоций не проявляю? Потому что это очевидная иллюзия. Это очевидно, просто кто-то прикалывается над ее мозгом. Ну, я имею в виду, из злодеев кто-то. Значит, 8 вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добро. 5 вправо. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Все 8 влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И финальная 9 влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Написалось заперто и потом открыла дверь. Ты странная, Френ. А слушай, а где они теперь стоят? Нет, они вообще теперь тут не стоят. Ну пойдем вниз. What the fuck? Ладно. Я плохо здесь вижу, здесь совсем темно. То есть нужно включить свет, а что из них свет? Вот это? Сюрприз, Френ! С днем рождения! О, вечеринка в честь дня рождения, я думал, вы хотите убить мистера Полночь. А, я сначала думал его убить, но потом я решил приготовить тебе торт. Мы соврали, чтобы отвлечь тебя. Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг. Мы хотели сделать тебе сюрприз, моя дорогая Френ. Присядь, поешь торт. О, спасибо, котик, вы меня очень удивили. Спасибо вам, Эдвар, сэр. Торт сделан из твоих любимых, что? А, торт сделан из твоих любимых ингредиентов. Мистер Полночь мне о них рассказал. Торт сделан из твоих любимых. И у нас есть кое-что особенное для тебя. У меня есть для тебя конфетка от всей команды нашего корабля. Это значит, что от всех нас, существ, рожденных естественно или вручную, держи. Надеюсь, ты найдешь его познавательным. Носок. Спасибо. Носок — это то, о чем я мечтал. Вот это да. Мне нравится упаковка. Может мне его открыть, пожалуйста? На, вперед, открой его. Только осторожно, он может взорваться. У меня есть котик. Больше котиков. Ух ты, игрушечный кот. Спасибо, мне нравится, он красивый. Он может дать твоим глазам новое восприятие, знаешь, как ультрареальность. Именно это и происходит, когда я принимаю... Таблетки, сэр. Я вижу ультрареальность? Ну, зависит от обстоятельств. Тебе нужны какие-то пояснения или нет? Нам нужны? Я думаю, да. Да, пожалуйста. Смотри, ты видела смесь из различных реальностей, а ультрареальность — это невидимая комната, где все существуют одновременно. Представь себе, Френ, есть реальность, в которой сейчас сидим не мы с тобой общаемся, а сидит, допустим, бегемот и слон, и они тоже общаются. Например, в это самое время и в этом самом месте у нас вечеринка в честь дня рождения. Но в ультрареальности постоянно происходят другие вещи. Более медленные, более быстрые или просто невидимые для человеческого глаза. Благодаря времени люди могут различать прошлое, настоящее и будущее. Возможности определять... Вещи ограничивает реальность. Это помогает людям понять свою окружающую среду. У тебя другое восприятие окружающей среды. Оно не связано с определениями. Ты понимаешь, о чем я, Френ? Или... О, посмотри, здесь картиночка этого короля из Иверсты. Я не уверена, сэр. Думаю, возможно. У меня голова идет кругом. Ха-ха-ха, это от того, что корабль то поднимается, то опускается. Ну а еще, возможно, из-за наркотика, который я подмешал тебе в торт. Задуй свечи, дорогая, мы скоро достигнем цели. Вы имеете в виду, что мы вот-вот будем дома? Ты слышал, это котик? Да, мы вот-вот прибудем. Правда? Ух ты, как волнительно. Хорошо, сейчас. Френ, ты дома слишком сильно. Мы сбились с курса. О нет, 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 нет. Как стартанул. Ой-ой-ой, что происходит, мистер Полночь, ты в порядке? Я в порядке, но надеюсь, корабль не сломается. Это звучит опасно. Френ! Френ, ты должна мне помочь, Френ! Мне нужно снова вести машину! Камалу уничтожили автопилот, Френ! Один остался в живых, ты должна от него избавиться! Найди его быстрее! Как мне это сделать, сэр? Вода! Она очищает от грязи! Поспеши! И помни, он может скрыться от твоих глаз! Боже мой, котик, мне страшно! Мне тоже, дорогая Френ.
Мы должны найти Камала. Я надеюсь, что вода его уничтожит. Пойдем. Подожди. Я понимаю, что на нас нападают и все такое, но мне же нужно от чего-то использовать этот ключик. Что насчет тебя? Нет. А это что? Мне нравится, как музыка резко затихла. Замку незаменно нужен ключ. Ключ есть у меня. Я сказал, ключ есть у меня. Жыч. В сотканном мире света и тьмы. Шарм друг у друга сестры украли. А, это рассказы про близняшек. После всего решить не могли. Верно ли то, кем они стали? Мия злилась, а Клара грустила. Безумие их двоих охватило. Безумные девочки, ах! У них поселился внутри страх. И создание ночи. Был он повсюду, наяву и во снах. Он играет ими, получал о величии их раздвоение. Не могло уложиться в их головах. Итвард был другом. Меж светом и тенью. Итвард был сер. Но Клара и Мия однажды решили избавить себя от него навсегда. «Умри, существо!» — они завопили. Но за место сестру убила сестра. Умершие сестры. Она виновата. Друг друга винили. Твоя вина, Клара. Я угадал. Твоя вина, Мия. Итвард пришел в последний к ним раз. И он им сказал: я Леголас. Вы обе в ловушке. Но дам я вам шанс. И продолжал. Мир был к вам жесток, чтоб себе доказать. Вошили всех вместе. Рифма пропала, где ты, рифма, эй? И зеркало дали, чтоб вы могли наблюдать. Я дам вам лишь то, что у вас уже было. Только один крошечный шанс. Понять смысл жизни. Но время уплыло. Осталось его немного у вас. Лишь кот пропадет, и в колодец дверь будет открыта. Конец. Что ж, я, наверное, с рифмой в конце напутал. Кот пропадет, дверь открыта. Какой-то слон завизжал. Это очевидно рассказывалось про сестер. Очевидно, это понятно. Которых шил Итвард, как они и рассказывали. И они за это хотели убить Итварда. Потому что, видите ли, Итвард плохой. Так, мне нужно найти этого Каммалу. Эй, он здесь? Ты глянь, как этот... Должен спешить. Давай, Итвард, работай, работай. Да, надо же съесть таблетку. Так, значит, мне нужно тебя как-то облить водой. Я знаю. Воу. Итвард? Вы меня пугаете, ребята. Это не важно, Фрэн, не волнуйся, это нормально для меня. Значит, мне нужно налить воды. Я могу налить воды? Я могу. Мне нужно налить воды как-нибудь. Так, теперь быстренько сюда. Да. Все, теперь у меня есть вода, и теперь я могу пойти надавать по щам тому Каммалу. Эдвард! Что у тебя с головой? Так. О, не убегай! Куда ты идешь? Он похож на какого-то, я не знаю, червя обычного. Не знаю, глист черный огромный. Да, теперь нам нужно его по-любому обливать вот этой хренью, да? Вот так.
мимо. Лови! Хе-хе-хе-хе-хе! Страдай! Страдай, черная шняга! Страдай еще больше! Все, беги, беги, а? Ты еще хочешь драться? Ты думаешь, что я тебя не победю? Ой, я тебя так победю. Все, все. А-а-а. Я думаю, мы увидим, как он превратится в Валлока. Кажется, я наконец избавилась от Камала. Я лучшая. Нужно вернуться к Итварду. Давай. А Итвард, он все еще будет? Я хочу с ним... Фак, я думал, здесь Итвард. Я путаюсь в комнатах. Оу. Итвард, сэр, у нас получилось. Камала исчез. Он исчез, да, но слишком поздно, дорогая Френ. Я не могу тебя доставить домой. Мы снижаемся. Нет, не прошу, не говорите так, это нечестно, нечестно. Нет. Крепись, Френ, крепись. Я всегда буду о тебе заботиться, моя дорогая. Все? Конец? Да ну нет, не может быть, чтобы это был конец. И корабль падал и падал, пока не разбился. Все было уничтожено. Такая комиксовая рисовка. Конец. What? What? Но это очень гру... А, но это очень грустный конец, Итвард. Расскажи мне другую историю, пожалуйста. Хорошо. Это история обо мне и Фрэн Боу. Замечательной девочке, которая... Она обещала никогда не забывать про меня и про магию. Отличный рассказ. Мне понравился. Хи-хи, я обещаю, Итвард, я никогда тебя не забуду. Хорошо, а теперь пора спать. Спокойной ночи, моя дорогая Френ. Глянь на котика. Он... Жди меня в своих снах, мой друг. Фак, это крипово. Если к тебе ночью приходит скелет во фраге. Оп, предписание доктора. Я думаю, на этом мы остановимся, дорогие друзья. 28 минут. Достаточно быстро мы на самом деле прошли. Я думал, я дольше это буду проходить. Уйди от меня! Уйди! Кыш! Кыш, олень! Ладно, остановлю. Ладно, дорогие друзья, надеюсь, вам по... Окей. Видимо, меню не останавливает ничего. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока-пока! Удачи!